Взаимодействие подразделению Министерства по надзвичайных ситуациях по ликвидации пожара на объектах, где есть люди, отпрацовывали сегодня у Гомеле. По плане пожара отбылся на сцене Палаца культуры чыгуначников. За ходом операции по выратованию сошила и наша домашняя группа. По плане улучшения ситуация отповедала третьему узровню небезпеки. На ликвидацию сгорания накировали 12 одинок техники и около 60 человек особистого состава областного управления МНС. Выкарысовывалась и специализованная техника, людей ратовали с допомогой пожарных лестниц. При поступлении водной по условному тушению пожара, значит, нам задача была поставлена силами КП, значит, подняться на кровлю и снять условного пострадавшего, что благополучно было сделано, после чего был подан ствол на тушение и охлаждение кровли. Делано было все согласно нормативных документов. И времени там, ну, очень быстро, порядка, наверное, пару минут, пострадавший был уже снят. Под час учения основная увага была нададена взаимодействию подразделений и решениям, которые яны принимали. Улишвалося, как был организован оперативный штаб, как велося сотрудничество с персоналом Палаца культуры и службами города. На учениях это высшая форма тактического мастерства. Мы отрабатываем прежде всего действия оперативного начальства и состава по оценке обстановки на месте условного пожара, по принятию решений на ведение боевых действий и по его реализации. Безусловно, основная наша задача – это спасение людей. Евген Поблавец, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».